сегодня Адель 6 лет. Маску сними, Ясмин, маску сними. Тебе не нужна маска. Господи, ты еще откуда ее взяла? Яся, снимай маску. Ну что это? Пупсики, всем доброго пятничного полудня. Мы идем сегодня день рождения подружки у Яскины. Адель! Мы не купили ей подарок. Вот, поэтому вот, мы идем сейчас купим ей подарок. У меня лак Jasmine. Лак Jasmine. Лак Jasmine у тебя? Да. Вау. Лак. Жарко мне. Вот жарко прямо. Оделась, я что-то думала, что я опять подзамерзну немножко. Видно, я не подзамерзну. Пойдем быстренько купим подарочек. И все, прогуляемся. Сегодня мой Адель, ее зовут Адель. А? Адель! А? Млет! Сегодня у нас день рождения для моей подружки Адель! Мы такие неразлучные с Марсом, у нас Марс везде с нами, по магазинам, за покупками. И куда бы мы ни ехали, крайне редко, что мы оставляем его дома, ребята. Если там кто-то, там, я бы не писал, типа, что вы его с собой таскаете, там, что-то типа того. Ребята, он с нами везде, просто везде. Вот. Наш любимый пупсик везде с нами. Сделки, ребята, у меня уже просто мозги подтекают чуть-чуть. Это уже второй день, просто два дня, это дома не заканчивается, пупсики. Мам, давай я пизырю. Беги, я не поймаю. Мозги подкипают, подтекают уже просто. Поэтому я очень люблю выходить с Марсом одна. Тогда у меня тишина в голове. В голове и вокруг меня. А знаете, ну как на английском стульчик к стол? Нет. А как? Я уже не помню, если честно. Английский я учила в школе. Тут у меня иврит вытеснила все языки. Где у нас детский магазин? Вчера мы один нашли здесь. Мы в него зашли, но мы забыли маски. Поэтому сегодня мы пришли опять. Ясь, нет. Мы идем искать игрушку. Потом мы и кушаем, и гуляем, потому что магазин закроется сейчас. И все. Вода, Марс. Не, пить не хочешь? Ну идем. Я тут, если честно, вот по-нормальному еще не гуляла. То есть как-то для меня многие магазины в новинку. Я их вот как бы не помню, чтобы я их видела. Надо как-то вот взять, пройтись, хотя бы понимать, что здесь есть, что тут можно взять, найти. Много одежды, много еды, разные ресторанчики, пиццерии, папчики такие хорошенькие. City Stock. Вот тут очень дешевый магазин, я вижу. Я где-то только на улице у них такие цены. Ну, может, то, что как бы уже не совсем мое самое свежее. Они снижают цены вон на 2,90, 5,90, 6,90. Там внутри есть те же продукты, но как бы гораздо дороже, я уверена. В суперах дороже, нет таких цен.
Тапочки домашние. Мне нужны тапочки домашние, кстати. Я босичком бегала до сих пор по дому. У тебя есть тапки, а у меня нет. Еще шмелька, мама тебе подарила новые тапочки. Ну, они не домашние, котик, они такие, которых на улицу ходят. Ну, можно еще дома. А, вот он. Нет, это тоже не пойдет. Это малыши для малышек. Идем. А что маленькое? А что надо купить для девочки 6 лет? Бусь, расскажи. Просто мне посмотреть что-то красивое. Они куклы какие для малышей. Ну что, посмотреть? А песок не подойдет? Мама будет наругать Адель, потому что все будет падать. Все будет падать? Да. Как у тебя падало, да? Да, как бабушка мне кричала. Ясь, так а что купим-то? Давай быстро выберем, а то они закрываются уже. Слайм. Нет, слайм это хуже, чем песок, Буся. Слайм это зло. Может, такой музыкальный инструмент? Чтоб там все с ума посходили. Как мы вскочили, подожди, последние просто. Хорошо, хоть успели. Шли бы на минуту позже, пришли бы, уже бы, наверное, уже никто бы не пустил. Двери были бы закрыты уже. Почти, вот вам и пятница в Израиле, ребят. Вот так вот, 2 часа все закрыты. На последний день рождения уже. Все. Продуктовый до 4 работает. Но есть магазины, которые работают как бы постоянно. Так, будет день рождения 3 часа. Хорошо. Но сейчас там еще никого нету, котик, что никто не пришел туда. Так, все, мы топаем домой. Сейчас мы возьмем, наверное, пару фруктов. Яся? Бананы закончились. А. Марсик ворует котячую воду. Марс, идем, сейчас дома попьешь уже, идем. Яська сама несет подарок и никому не дает. Ну, никому, кстати, мне, да? Не дает, да, его нести. Да, потому что маме было тяжело, я ей помогла, и мне вообще тяжело. Как она выросла, а? Сколько мы на канале? Год. Год мы на канале. Как она изменилась, как она повзрослела вот за этот год? Что-то невероятное, вот правда. Давай, Марс. Это вот готовится праздник. Праздник будет здесь. День рождения, это вот девочка живет тут напротив нашего дома. Вот в нашем дворе тут придет какая-то там программа развлекательная будет, детская. И будет. Да, вот там Яска оторвется. И ничего больше не надо. Вот для счастья ребенку просто. Вот мы нагулялись. Потрогай, как я спотела. Наконец-то я уже пришла. Не тащи его, дай ему выйти. Пойду к Яське. Яська там с ребятами тусит на день рождения. Взяла ей кофту с длинным рукавом, потому что, ну, солнце село, уже холодно. Они там, по идее, хрумкают пиццу уже, чтобы не замерзла. Хотя она так гоняет всегда. То есть ребенок на месте не стоит. Не думаю, что ей прям холодно, но все равно. Попсик. Пицца. Кушаешь? Ну, там еще была тортик, да, и вот. У нее такой платье красиво, видишь? Да, первое. Конечно. Я немножко делали еще такими елками. Класс, вода. Ты вода. Я еще не снимаю. Вода, не вода. Давай.